Телеканал «Россия» и студия «Позитив» представляют. Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче «Городок». Вася! Вася, ты где? Ты завтракать будешь? А я здесь. Вот. Это тебе. Садись. Угу. Ну, по какому поводу? Опять нашел какую-нибудь запись в своем дневнике? Что-нибудь типа... Сегодня 30 лет, как мы познакомились, или 10 тысяч дней после нашего первого поцелуя. Да нет, это просто. Это тебе просто так. За все, что между нами было. Ты не рада? А чему? Ну, во-первых, не просто так. А как ты сказал, за все, что между нами было, Вася. Не совсем бескорыстно. А во-вторых, за все, что между нами было, Вася, согласись, вот этого всего как-то маловато. Вася. Горько! Городок. За все, что было. Напрасно ты иронизируешь по поводу моего дневника. Кстати, о первом поцелуе. Так, где? На, вот. Вот. Сегодня я стащил у моей бабушки и подарил Любочке старинное бриллиантовое кольцо. И она впервые меня поцеловала. В щечку. А в губы я тебя первый раз поцеловала, когда ты подарил мне... Да у меня все записано. Сейчас. Сейчас. Где-то. А, вот. Бабушкин изумрудное колье, браслет, приколка с большой жемчужиной и серьги. Две штуки. Эх, юность. Как жалко, что все так быстро закончилось. Что закончилось? Юность? Драгоценность у твоей бабушки. Илькорки, намажь мне, пустим. А, да. Сюда, ребят, сюда. Туда вот, поперек его поставьте. Спасибо. Безобразие. Вы что себе позволяете? Я вас всех на чистую воду выведу. За 60 тысяч втюхали моей жене дешевку. Что такое? Что за шум в магазине? Да никакого шума нету. Что ты разорался здесь? А ты что разорал-то? Ты кто такой вообще? Ну, я-то знаю кто, ты-то кто? У тебя чек есть? Есть. Где? На! Мы рады приветствовать вас в нашем магазине. Что-то я сомневаюсь, что вы рады. Это что такое? Это что, вот это вот бюро начала 19 века? Где? Где? Вы сами его моей жене продали, а теперь не узнаете. Ну, во-первых, не я его продавал. А во-вторых, ну да. Ну, конечно же, это бюро не начало 19 века. Ага. Это бюро конца 18 века, мой дорогой. Ну, сами посмотрите. Посмотрите, идите сюда. Разве сейчас вот так делают? Ну вот сейчас сделают такую вещь. Посмотрите, посмотрите на эти углы, на эти пропорции. 200 лет прошло, работать не научились. Слушайте, ну-ка, стоп, подождите. Мне кажется, что это работа самого... Я не знаю, что вам кажется, но вот посмотрите вот сюда. Куда? Вот сюда. Куда? Вот сюда вот. А что там? Ну, посмотрите. Вот и как? Гениально. Это же работа великого русского мастера конца 18 века Ануфрия Тимофеевича Кукина. Или ОТК, как он сам в шутку сокращенно любил себя называть. ОТК? Да. А что означает номер один? Где? Какой номер один? Ну вот там же, номер один. Где там номер один? Мой дорогой. А номер один... означает, что Ануфрий Тимофеевич Кукин был номер один в Европе. Он по мебели в Европе был лучший. Да, что?
О нем легенды сложены, диссертации написаны. Какие еще легенды? Вот, например, одна из легенд гласит, что именно Ануфрий Тимофеевич Кукин изобрел способ лакировки мебели. И именно он придумал и составил уникальную формулу палитуры. Палитуры, ее же до сих пор пьют. Да? Да. Ну, хорошо. Так. А как насчет того, что это вообще ДСП? Где? Вот. Где? Ну вот, вот, вот. Не может быть. Это не может быть. Это кто? Кто бы мог подумать? Слушай, ну не вороси мне голову, а? Верните мне деньги. Кто бы мог подумать, что простой русский мужик, Ануфрий Тимофеевич Кукин, в конце 18 века изобрел не только политуру, но и древесно-стружечную плиту. А у меня у вас. Продайте мне это бюро. Продайте, для вас это просто ДСП. Нет. Деревяшка. Нет. Мне продай. Нет. Почему? Это мое бюро. Мое бюро. Вот, вот мой чек. Все. Ребята, сюда, быстрее. Уносите мебель. Нет. Нет, не надо. Не надо. Ну, пожалуйста. Ой. А я как тебя любила! Как я любила тебя! Я так мечтала о тебе! А ты же, ты мне не делал предложение! Ты мне все сказки рассказывал! А я так боялась, что ты на мне не женишься! Я отражала вся, Вася! Неужели? Однажды мне вообще приснилось, что ты отказался на мне жениться! И я ушла в монастырь! Любочка, ну, в мужской монастырь, конечно. О, это был такой красочный сон. А, читай! Сказка. Как богатырь в лесу заблудился. Ау! Люди! Люди! Есть кто-нибудь в этом лесу? Ау! Что ты орешь? Что ты орешь? Или с тебя тошно? А как мне не орать, если я заблудился в этом лесу? Подумаешь, великое дело, заблудился. Не ты первый, не ты последний. Да, это точно. Люди сказывали, что много лет назад заблудился в этом лесу богатырь один. И повстречался ему старичок, лесовичок. Ну, верно, было такое. О. А что там дальше в твоей сказке? И дал ему тот старичок, лесовичок, волшебный клубок. Точно, и это было. Я тебе больше скажу. Вот он, этот клубок. Вот, волшебней не бывает. Хочешь, бери. Хочу. Спасибо тебе, старичок-лесовичок. Да не за что. Тебе спасибо. Так а мне-то за что? А, я с этим клубком из леса быстро выберусь. А без него бы неделю скитался. Низкий тебе славянский поклон. Что-то не очень низкий. Зато славянский. Спасибо, старичок-лесовичок. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Только я не тот самый старичок-лесовичок. А я тот самый богатырь. Я 40 лет по этому долбанному лесу, как дурак, за этим клубком круги наворачивал. Отделаться от него не мог. Фу, кончились мои мучения. Я не понял. Так что, этот клубок не волшебный? Как не волшебный? Еще какой волшебный? Хрен от него отделаешься. Ну все, бывай. Желаю тебе поскорее на этот клубок следующего дурака найти. Ну, пошел. Пошел. Идиот. Ах,
А ты вот когда-нибудь задумывалась, сколько замечательных людей встретилось на нашем пути? Нет. А я вот задумывался. Оказалось, 532. И каждый оставил какой-то след в нашей жизни. А я помню только старичка-академика. Ну, того, который встретился на моем пути, когда я впервые села за руль. Ой, слава богу, что тогда все обошлось мелкими царапинами. Да, вот он действительно оставил след в нашей жизни. Причем на капоте. Сюда. Жизнь замечательных людей. А где Чапаев? Чапаев где? Я говорю, где Чапаев? Чапаев думает. Василий Иванович, ты тут, что ли? Здорово. Это я, Фурманов. Из Москвы и вернулся. Здорово, комиссар. Здорово. Ну что, повысил там свою квалификацию? Я-то повысил. А как вы тут без меня? Политграмоту не забыли? Я вам велел всего Фридриха Энгельса изучать. А как же? Я его и прямо сейчас изучаю. Там такие картинки хорошие. Какие картинки у Энгельса? Да на вот, гляди. Мы в библиотеке всего Фридриха Энгельса перечитали. Какого Фридриха Энгельса? Это же Фенимор Купер. А библиотекарша? Она же ж белая сволочь. Специально другую книгу подсунула. Ну, и какие же вы выводы сделали из этой книги? Да правильные выводы, комиссар. Правильные выводы. Мы всей дивизией в Америку уезжаем. Будем там тоже за красных против белых воевать. Какую Америку, Василий Иванович? А как же мировая революция? Как же светлое будущее? Да не боись, комиссар. У меня все продумано. Беспроигрышный вариант. Если мы победим, то будет мировая революция. А если проиграете? Ну, а если проиграем, светлое будущее. Ну, прощай, каракулевый скальп. Хау. Я все сказал. Что тебя на воспоминания потянуло? Да так, вообще. А помнишь, как мы полгода встречались, и я за тобой ухаживал? Ухаживал? Нет, не помню. Обижал постоянно? Да, это я помню. Я? Да. Когда это? Да на первом же свидании. Ты меня унизил. Ты меня так унизил. Ты мне в душу просто вот так вот, фу, и плюнул мне. Я рыдала потом. Рыдала. Я не могла в себя прийти. Ты вспомни. Где были твои грязные лапы на первом свидании? Где были твои длинные, потные ручища? Где? 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 Вот у меня здесь... Сейчас я найду. Вот. Первое свидание с Любочкой. Весь вечер с ней гуляли по парку. Я даже пальцем до тебя не дотронулся. Вот именно! Киноанонс. Прошу вас, сэр. Угу. О, beautiful. Yes. Yes, sir. Это лучший номер в нашей гостинице. Недавно закончили здесь ремонт. Надеюсь, вам здесь понравится. Нет. Что, сэр? А что это? Трещинка? Да. Штукатурка. Я же вам сказал, недавно закончили ремонт. Рабочие очень торопились, но успели в срок. А это что? Сэр. Ну вот, сейчас. А, стук? Да. Не обращайте внимания, не надо. Тут иногда бывает такое. Даже ночью. Ну, тихо-тихо совсем. Тихо. Это, наверное, как в доброй старой Англии. В каждом замке свои привидения. Ну, в известном смысле, да.
Наверное, это тень прежнего хозяина гостиницы. И, вероятно, он умер насильственной смертью. Нет. Это не прежний хозяин. Это молдавский плиточник. Делал ремонт в ванной. Так торопился, что заложил дверь изнутри. Что? Да. Видимо, решил наложить на себя плитку. Так что этот номер без ванной. А насчет стука не беспокойтесь. Еще день-два, и будет тихо. Абсолютно. Тачмей, Петрику! Смотрите на экранах страны художественный фильм «Чисто молдавское самоубийство». Ой, Любочка, я ухожу. В химчистку, что ли? Да нет, я вообще ухожу. Этот завтрак был наш прощальный завтрак. Спасибо тебе за все, что у нас с тобой было. За все. Вася, я не поняла. Любочка, ну вот смотри. Наш дневник закончился. Позавчера. И как раз вчера я встретил девушку. И начал новый дневник. Ей 20 лет, и она от меня без ума. Да, это точно, она без ума. А также, я думаю, без зрения и без слуха. Я ухожу, но как благородный человек, твою квартиру и дачу я оставляю тебе. Ты подонок, Вася. Ты просто подонок. Ты ради какой-то сопливой дуры, которая тебе во внучке годится, ты бросаешь меня в такое время. Да, вот именно, время. Время. Мне пора. Все, прощай. Вася, Васенька, Васюша, Вася, Вася, ой, нет, алло, Жоржик, это ты? Представляешь, Василий Михайлович ушел от меня. Навсегда, да, совсем. Да, теперь мы можем больше не прятаться. Что? Тогда ты хочешь немедленно на мне жениться? Ну что ты, нет, об этом не может быть речи. Ну ладно, я подумаю. Но сначала ты должен закончить институт. Вот так вот. Давай, жду. Послесловие. Хорошо. А что хорошо, Коля? Да все хорошо. Все хорошо? Да. Тебе сегодняшнее число ни о чем не говорит? Нет. Не удивлена. Коленька, ведь сегодня ровно 40 лет, как мы с тобой познакомились. Да что ты. Ходим по этому скверу. А ведь это наш сквер. Каждый день. Ничего не вспоминаем. Все суета одолевает, да, Коль? Да что не вспоминаем? Это наша аллея, Коля, вот это вот. Вот мы на ней с тобой познакомились 40 лет назад. Не помнишь? Да я в упор не помню. Естественно. Ну ладно, Люська, ну перестань дуться. Ну ладно, Коль. Ну не так уж это важно. Конечно. Ой, смотри, наше дерево. Мы же под ним поцеловались первый раз. Точно. Да-да. Коля, угу. Смотри. Это же наша скамейка. Вот, помнишь? Да точно. Помню, как мы, прижавшись друг к другу, сидели на ней. Да при чем тут прижавшись друг к другу? Я говорю, это же наша скамейка. Не понял. Ну, в смысле, точно такая же, как у нас с дачи сперли. Давай, пока никого нет. Быстренько взял ее. Да, Люся, ты что? Взял и потащил. Коля, ну быстро! Люся, ну не... Быстро я сказала! Быстро я сказала! Ты... Взял. Потаранил. Давай. Коля, ноги!
Коля! Коля, ноги! Алло, Вера. Верунчик, слушай, на фирме там все в порядке? А что у меня сегодня? В 11 к поставщикам, в банк в 12. В 3 встречи, в 5 совещаний. Хорошо. Слушай, а Петр Иванович этот не звонил? А, ну слава богу. А, пока. Что такое? Алло. Петр Иванович! Здравствуйте, дорогой мой человек. Когда я оплачу по контракту? А вот встретимся и обсудим. Да. Так я уже еду к вам. Я же к вам еду сейчас, да. А вы нам пока новое коммерческое предложение на факсик сбросьте и по интернету продублируйте. Всего вам доброго. До встречи, дорогой мой человек. Чтоб ты сдох. Так, в машине не курить. Где я возьму эти деньги? Деньги, деньги, деньги. Как я отдавать-то буду? Что за фигня? Дом отдыха, тихое местечко. Все для полноценного отдыха бизнесменов. Телефон, факс, интернет не работают. Вот идиоты. Так кто к вам поедет, если у вас телефон, факс, интернет не работают? Петру Ивановичу. Местечки. Хорошо. А вот ваш номер. Вы извините нас, пожалуйста. Да ну ничего страшного, что я буду не один. Я же понимаю, дом отдыха переполнен. А мне, знаете, главное отвлечься от всяких дел и не видеть ни одной знакомой рожи. Да. Опа. Здравствуйте, Петр Иванович. Андрей? Вы же мне звонили по телефону и сказали, что едете ко мне. Как вы здесь оказались? Да, сбежал. Вас что, обманули? Нет. Кинули? Нет. Накрыли? Нет. А что? Задолбали. Фима, это ты? Что ты звонишь? Я иду уже. Успокойся. О, это не Фима. Что такое? Здравствуйте. Здравствуйте. Что? Простите, это вы, Клара Рамуальдовна Альценбург? Вроде бы, да. Что? А Ефим Борисович Альценбург, это ваш муж? Видимо, да, раз он должен сейчас прийти с работы и кушать мой борщ, значит, это мой муж. А что? Что такое? Крепитесь. Почему? Я владелец фирмы, на которой Ефим Борисович работал. Работал? Почему работал? А что с фирмой? Что такое? Случилось непоправимое. Что? Несчастный случай на производстве. На каком производстве? Мой муж кассир. Он всю жизнь считает чужие деньги. Да, он как раз считал $1 миллион. Это все, что у меня было. Мужайтесь. Что? Его больше нет с нами. Кого? Ефим Борисовича. Фимы нет? Да. Фима! Ой, ну не надо, ну. Почему мне надо? Ну успокойтесь, я очень прошу. Это Фимины тапочки. Фима!
Дима, что ты наделал, Дима? Ты... Где его тело? Да в том-то и дело, что в кассе нету ни денег, ни тела. Бедный Фима. Бедный, бедный мой Фимочка. Хотя теперь, может, он уже и не такой бедный, да? Вот именно. Если он вдруг придет... Куда? Ну как, сюда? Да. Кому? Ко мне? Да. Фима? Да. Фима, вы говорили за $1,000,000. Посмотрите на меня. Я выгляжу на $1,000,000. Я выгляжу максимум на $500 в месяц. Уже в квартал. Вы знаете, я не хочу вас расстраивать, он не придет. Знаете что, это вы мужаетесь, хорошо? Нет, ну, если вдруг придет, помогите мне. Ну, чем я могу вам помочь? Ну, я не знаю, чем. Ну. Вы женаты? Нет. Совсем? Совсем. Идемте кушать борщ. Какой у вас размер тапочек? 43-й. О, как раз именно. Скажу вам честно, и меня достал этот бизнес. Особенно сейчас. Вот он у меня где, этот бизнес. Серьезно? И вас бизнес достал? Еще как. Ну, у меня-то оптимизм уже давно закончился. Ох, как давно. Просто боялся в этом признаться. Все достало. Ну, вот все. Вот буквально все. Долги, просрочки, воровство, головотяпство, поборы, Андрюх, бюрократы, поломки, риски, проверки, санкции, штрафы, пени, угрозы, конкуренты и нестабильность. Нестабильность же. Андрюш, милый, что это с вами? Я говорю, что меня достал этот бизнес. Я думаю, другой бизнес купить. Да? Ну, конечно. Вот так? Да. А вот у меня в целом все хорошо. Вот только разве что вот нестабильность. Сан Саныч, там автобус с ребятами еще не отъехал? Нет. Ай, здорово. Хитров, а почему в таком виде? А, так вы же сами посоветовали насчет этого. Ну, правильно, у вас была депрессия, я вам посоветовал обратиться к психиатру. Правильно, а психиатр мне что посоветовал? Он сказал: Сидоров, улыбочку, к жизни относиться с оптимизмом, видеть хорошее, даже в плохом, на работу, как на праздник. Смотрите, я даже вам улыбаюсь, а вы-то на кого похожи? Не могу, ой, мешки какие под глазами, ой, угрюмый такой, вы же себя гробите, Сан Саныч. Ну, я не знаю, может быть, доктор и прав? Может быть, он и прав. Но нельзя вот так вот буквально все воспринимать. А вы что, в таком виде и к директору поедете? Да, конечно. Хочу ребят развеселить в автобусе. Поднять немножко настроение у коллектива. Ой, 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 господи. Это же вам, Сан Саныч. Для подъема настроения, ага. Может, вы и правы? Конечно. Но я не знаю его даже, как к этому отнесется вдова и близкие покойного. Ну как, вот. Веночек! Веночек, не забудьте! Петр Иванович, welcome. Угу. Ой, хорошо. Ну, хорошо, конечно. Хорошо, хорошо. Но неудобно. Неудобно. А что неудобно? Ну, ванная на двоих. Да. Кровать на двоих. Да. Да даже на одного. Да, даже на одного. Ладно, Петр Иванович, а что вы хотите за 2000 рублей на 3 дня? Вот погодите. Вот придет к вам налоговая инспекция. Индивидуально так пропарить мало не покажется. Слушайте, кстати, на днях пришел тут ко мне один из этой... Ну, давайте договоримся. Не слово о работе. Да я же не о работе. Короче, пришел ко мне один мужик, значит, такой. Какой? Ну, такой. Такой. Ну, понимаете? Да. И говорит он мне: здравствуйте. И голову мне, елки-палки. Мама говорит, он там мне: здравствуйте. А я из налоговой инспекции. Ой, господи, ну что? И так в руку мне... У меня бумажечку, так, записочку с телефоном сует. Ой, я... А вот здесь она у меня, записка, в кармане, а? А, вот она. Да, вот.
Я открываю. А номер-то шестизначный у телефона. Вот, берут в налоговую. Вот этих вот. Ну, как? Чернявый такой, да? Черненький, да, такой. Черненький, да. Он и ко мне приходил. Только это не номер телефона. А что? Это сумма взятки. Вот это? Ну, конечно. 900 тысяч. Ой, мам. Нет, по мне так лучше бы он уж был вот этот вот. Да? Да. Знаете, я лучше вот здесь посижу. А что? И посплю. Вы не волнуйтесь, я привык. Ой, ну ладно, Петр Иванович. Доброй ночи вам. Ой, Господи. О, доброго здоровья. Капитан, здравствуй. Здрасте, Константин Трофимович. Ну, как дела? Нормально у меня все, ничего. Нормально, хорошо. А у вас проблемки опять. Ну, ты посмотри, а. Опять. Я их каждый день срываю. А кто-то пишет и пишет, пишет и пишет. Ну неужели нельзя поймать вот этого вандала? Константин Трофимович, у этого дома за последние несколько лет столько хозяев сменилось. А текст не меняется. Вот пишут и пишут, и клеют, и клеют. Дикие люди, дикие, дикие. Но почему они мне пишут? Я же простой начальник отдела согласования, ну. Ну, что мне делать? Ну, посоветуй, ты же милиционер, в конце концов. А что я могу посоветовать? Вам вообще не стоило рисковать. Не надо было этот дом покупать, и все. Ну, купили бы себе там виллу где-нибудь в Швейцарии и жили бы спокойно. Там народ послушный, интеллигентный, культурный. Там бы вот этого вандализма не допустили, и все. Слышишь ты? А ты вообще знаешь, сколько стоит вилла в Швейцарии? Константин Трофимович, откуда ж мне простому менту знать, сколько там вилла стоит в Швейцарии? Извини. И вы меня. Хотя, если между нами... Там слева от моей отличная вилла продается за 500 тысяч евро. А справа-то вообще за 300. Но та, что справа, она уже все, без бассейна идет. А вид? О, вот это разговор. Вид. Ну, какой вид? Ну, да, естественно, на Женевское озеро. Какой вид? Какой дом? С виду скромняга. Беленький такой. Ну, и вот этими, знаете, когда досточками коричневыми, вот это он отделанный, да? Как называется это? Фейерверк. О! А соседи, что вид? Соседи. Том Круз, Софи Лорен. Ну, я там рядышком буду. А это мы продадим этот. Ну, а? Ты черт. Вот местечко. Ни интернета, ни факса, ни телефона. Мобильный не работает. Я не могу даже к себе на фирму позвонить. Ну, хорошо, что не можете. Нервы сбережете. А я вчера, Петр Иванович, беседовал со своими работниками. Беда. Оказывается, половина боится увольнения. Да. А вторая половина? А вторую я уже уволил. Кино. Художественный фильм 21. Ой, здравствуйте. Извините, может, вы сможете мне помочь? А по какому вопросу? А вот объявление. Предлагается высокооплачиваемая работа. Предлагается? Да. Все. Считайте, что вы приняты. Пойдем. Да? Конечно. Конечно. Извините, а какая работа? Дело в том, что я всю жизнь занимал руководящие должности, а к физическому труду я просто не привык. Да какой там физический труд? Работа, можно сказать, лежачая. Что значит лежачая? Что? Я бы попросил. Что? Да.
У меня сейчас действительно трудное материальное положение. Но я не позволю вам делать грязные намеки насчет работы, связанной с интимом. Как вам не стыдно вообще? Какой интим? Кто вам вообще сказал про интим? Вы что? Вы сейчас сами сказали, что работа лежачая. Ну правильно, но я имел в виду, ну лежачая. Ну нужно просто лежать и все. Просто лежать. Никакого интима. Ну, а, что? Просто лежать. Конечно. Ну а сколько вы будете платить за это просто лежать? 2000 рублей. 2000 рублей? За раз! За раз? Что? Значит, раз все-таки будет. Слушайте, вы начинаете меня немножечко поддоставать. Но поймите совесть. Ваши коллеги, между прочим, уже работают. Пойдемте, давайте, быстренько, быстренько. Быстренько. А им тоже по 2000 рублей будут платить? Нет, им по 1000. По 1000? Да, вам 2. Ага. Укладываемся. Да. Слушайте, а почему мне 2000? Потому что вы 21-й! Ой. Внимание! Приготовились! Начинаем репетицию и отработку уникального трюка. Прыжок мотоциклиста через 21 человека. Приготовились, Сережа? Начинаю обратный отсчет. 5, 4, 3. Стойте! 2. Стойте! 1. Что такое? Подождите. Что еще? Подождите, вы что-то намекали насчет другой работы. Ну, связанной с интимом. Я был против. Но не так, чтобы категорически. А знаете, Андрюш, у меня недавно корреспондент с телевидения интервью брал. Да? Да. Ну что, интересные вопросы задавал? Ну вот спрашивал, как в нынешних условиях, при нашей налоговой системе, мне удается не дать разориться моему бизнесу. Ну и что вы ему ответили? Я ему ответил, что на такие вопросы буду отвечать только в присутствии моего адвоката. О! Да. Специальный репортаж. Не надо. Может быть, не надо. Давай мы просто выпьем за нашу огромную удачу. Не надо. 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 Дорогие телезрители, мы с вами находимся в семье Гулюкиных, которая неделю назад выиграла в лотерею 100 миллионов рублей. 100 миллионов – огромная сумма. А где ваш муж? Он отдыхает. Вы знаете, он может себе теперь это позволить. Николай, тут с телевизора приехали. Просыпайся, любимый. Просто столько телевизионщиков, все эти дни, вы знаете. CNN, BBC, я про наших вообще их не считаю уже. Очень много. Мы реально подустали. Коля, просыпайся, я сказал! Я сплю. А я сказал, просыпайся немедленно! Ну ладно, пускай выспится. Что значит, пускай выспится? Просыпайся быстро! Быстро! Не хочешь в телевизор? Хотя бы пойди с Джеком погуляй! Я не могу! Не бой! Что значит, ты не могу? Джек уже 3 дня не был на улице! Ничего с твоим Джеком не будет! Джек! Джекушка! Джек! Иди сюда! Иди сюда! Он не хочет с тобой гулять! Не хочет он гулять с тобой! О май гад! I feel bad! No more vodka! Please! I won't go home! Please! You want vodka? I won't help you! Да, Петр Иванович, что-то обедик тут еще тот дается. Ну ничего, 3 дня потерпеть можно, можно, можно. Да ладно, Андрей, нормальный обед. Когда-то я и такому был рад. Да, когда-то. Вот 30 лет назад. Конечно, все другое было. Но зато спокойненько, тихенько и стабильненько. А? Никаких тебе бизнесов, никаких этих волнений. Красота! Ой... А может, вот продать все и залечь в каком-нибудь тихом местечке? Будет не жизнь, а праздник. Как вам такая идея?
Да прекрасная идея, Петр Иванович. Вам понравилось? Да очень. А что, продаете? Что? Ну как что, ваш бизнес. Кому? Ну мне. А зачем это? Вам же понравилась идея. Нет, так и отдыхайте себе. Мне другая идея понравилась. Я так понял, что это вы продаете мне свой бизнес. И у вас будет не жизнь, а праздник. А я уж ладно, как-то там буду в бизнесе мучаться там один. Нет, дружок. Чего нет? Вот отдохнем тут от проблем. Отдохнем. И будем мучиться вместе. Или так. Это наш долг. Это наш долг. Все. Да. Спасибо, Петр. Кстати, Андрюша, о долге. О каком долге? О вашем долге. О долге. Да. Сейчас. Сейчас. Андрей. Зачем мы закрыли дверь? Андрей. А вы, Петр Иванович, пока там отдохните, а я здесь отдохну от вас. И тогда будет у нас у обоих праздник. Послесловие. Товарищ полковник, за время моего дежурства... Ну, что ты говоришь? Ну, можно тебя спросить? Ну, что ты орешь? Ну, спят же солдатики. Ну, ты можешь спокойно? За время моего дежурства никаких происшествий не было. Ну, слава богу. Личный состав находится в ночном отдыхе в казарме. Ну, дежурный по части майор Кучкин. Ну, можно. Слушай, майор, а ты подумал, как нам в День защитника Отечества людей поздравить? Праздник для них устроить как? Так мы уже отметили! Уже отметили, товарищ полковник. Был усиленный праздничный ужин. Ну, конфеты, газ-вода, плюс лично я поздравил. Ну и как? Радовались там люди твоей газ-воде? Счастливы они были? Настоящую, человеческую радость на лицах этих самоотверженных людей ты видал? Сухарь ты. Ты людей-то ценить не умеешь, понимаешь? Иди, поднимай рот. Иди. Слушай, товарищ полковник. Слушайся. Зачем это? Поторапливайтесь. Что вы как сонные мухи? Ну, быстрее немножко. Рота, равняйсь! Смирно! Товарищ полковник, рота... Я вообще не понимаю, что ты говоришь. Можно громко сказать? Товарищ полковник, вот. Рота по вашему приказанию построена. Вольно. Вольно. Рота, слушай боевой приказ. Приказ номер 12-4-221. 1-2-2-2-9. В 0 часов 30 минут в День защитника Отечества провести марш-бросок на 15 километров. Что-то не нравится, боец? На 15 километров. С выходом на полигон... И рытьем траншеи полного профиля. Полного профиля. Полного. Полного профиля. Марш-бросок и работы по устройству траншей производить средства химической защиты. Ждеть защитника. Будете в средствах химической защиты. Вот так вот. Ясно? Да шутка, ребята, шутка. Вы что? Ура! Ну чё, видал? Вот сразу видно, что у людей праздник, да? Да. Видно? Видно. Вот это праздник. Хочется вернуться.